Лампы снимаем подшипник, который стоит на ручном редукторе. Полностью сняли планку. Отлично, надо подшипник, чтобы поставить сюда электрический привод. Переходной кронштейн. Лучше это делать со снятой планкой, тогда будет удобно закручивать. Теперь фиксируем планку. Выборку на вале ротора выставляем перпендикулярно траверсе медогонки. Также болт крепления выставляем перпендикулярно крепежу и одеваем на ротор. Включаем пульт управления, и если у вас нет аккумулятора, тогда подключаем блок питания 12-вольтовый. В принципе, все. Выставляем скорость и время, направление и направление. Работает очень плохо. Электричка. Не дает биение.